Друзья, всем доброе утро. С вами, как всегда, Алексей Крылов, Диана, дочка Алексея Крылова. Мы находимся в Коблево, отель, в котором мы живем. И, точнее, это не отель, это пансионат, называется Николаев. Сейчас наступило доброе утро, и мы идем на завтрак. Вот какой у нас бассейн. Сегодня ни единого облачка, но, как всегда, ветрено. Что-то вот нам с погодой здесь как-то не повезло. Сейчас разгар сезона, вот. Но дует прохладный ветерок и море холодное. По поводу того места, где мы сейчас находимся, я снимал подробный обзор. До этого мы жили в другом отеле, который находился прямо на берегу моря. Тоже снимал там все обзоры, так что смотрите предыдущие ролики. Вот. Ну, места неплохие, чистые, хорошие, новые. Вот, с новыми ремонтами все. Это где мы живем. Так вот. Ну что, идемте на завтрак. Завтрак у нас стоимость не входит. Он платный, но на территории есть столовая. Ну что, вы счастливы с самого утра? Да, никто не хотел просыпаться. Ну да. Здесь так хорошо спится, просто вообще. Я бы еще спал и спал, но мы проснулись в 9 утра. Вот. Думал, до часов 11 я бы дотянул. У Дианы сегодня одела красивое красное платье, да? Или что это у тебя? Дина. Это платье у тебя или как это называется? М? Мы будем называть платье. Я не знаю, просто сейчас только название у этого всего есть. Так что жену похвалил, все сделал правильно. Вот она наша столовая. Вот он наш завтрак. Сейчас скажу, насколько он затянет. Итак, вот он наш богатырский завтрак. 7 блинов, омлет, сосиска, получается еще каша. Это компот. Получился на 115 гривен, в долларах это 4,42. Вот 4 доллара 42 цента. Вот еще кофе здесь нету. Кофе получилось, ну, так скажем, 36 гривен, доллар 38 центов. Ну, короче, завтрак 6 долларов, вот так грубо скажем. Вот это все стоит. Ну что, мы хорошо поели. Смотрите, здесь у нас бассейн, я уже показывал. Но мы, наверное, пойдем на море, а бассейне покупаемся уже попозже немножко. Да? Даша хочет в бассейне купаться? Ну что, скажи, тебе 2 дней здесь хватило? Помню, да? Серьезно, мы тут 2 дня, ну, полных провели. Это уже у нас 3-й день, да, получается? Да. Вот. И уже все, хочется уезжать. В принципе, место небольшое. Вот, и нам 2 дня вполне хватило. Вот, поедем куда-то в другое место, не знаю. Ну, да, если честно, мне уже как-то даже на море уже не хочется ехать. Я бы, не знаю, недельку бы посидел дома, а потом бы опять куда-то поехал. С новыми силами, с новой энергией. Просто нужно приезжать и целыми днями валяться на море. А я не знаю, я что-то вот часик могу полежать, а потом все. А потом это появляется по тебе. Да, надо много пойти. Энергии, не знаю, я вот не могу надо просто пойти, лежать и все. Просить, надо пойти что-то купить, надо пойти посмотреть машину. Не знаю, вот мы выходим на пляж. Людей сейчас много, я бы даже сказал, очень много, как по мне. Мы до этого жили в отеле Коралл. Вот, у меня браслет остался. И мы сейчас идем на пляж Коралла. И, короче, там будем лежать на лежаках. Потому что здесь столько людей, что просто жесть. А там людей мало, есть лежаки. Это буквально вот совсем немного пройти. Вот там верхушки виднеются здания. Друзья, людей просто жесть. Смотрите, пришли на пляж отеля, где мы были, тут тоже просто жесть. Походу, здесь какой-то массовый заезд пошел, потому что на букинге дешевых этих номеров вообще нету. Очень дорогое жилье осталось. Я так понял, что я, в принципе, поназывал цены на жилье. Это очень дешевые цены, да? Говорю, что цены на жилье, которое я называла, это очень дешевые цены, и по ним еще попробуй сюда попади. Да, очень низкий. То есть тут мы жили за 1400, а сейчас живем за 1280. У меня там скидка была 1150.
Вот, это очень низкие цены считаются, потому что здесь уже цены были по 3 чем-то тысячи, вот здесь мы жили. Ну что, мы удачно приземлились на лежаках, потому что Алексей не снял браслетик, вот тема крутая. Ну так получилось, мы бы оставались еще в этом отеле, но мест не было, поэтому пришлось переехать в другой. Так, но посещать в принципе можно. Браслеты уж есть у нас. И бассейн, и как поваляться. Здесь, короче, что-то происходит. Видите, выбрасываются медузы. Такие огромные. И весь берег усеян этими медузами. Мне показалось, это не ведра с ватой, а туалетная бумага вначале. Я говорю, мне показалось, как будто не ведра с ватой, а туалетную бумагу несут. Ну что, купаться будешь? Я не знаю. А тут такое море холодное, мне как-то вообще не хочется. На улице снега. Здесь, короче, вот спокойно поваляться на пляже не получится, правда? Здесь постоянно ходят, орут в рупор. Но это я уже говорил в предыдущих роликах. Вот, так что... Итак, где можно спокойно поваляться на пляже? Или орут в рупор, в Египте ходят и говорят, давай на экскурсию, давай на массаж. Да. Давай, да. То есть спокойствия нет. Значит, придумал бизнес. Покупаем кукурузу, варим дома, покупаю тебе рупор, и будешь с рупором ходить по пляжу орать горячую кукурузу. Но ты его не придумал, но ты его хочешь украсть. Ну хорошо, украсть, идею взял, да. Вот тебе этот стартап, или как это называется? Тебе не дадут. Не дадут? Конечно, тут конкуренты. Здесь, короче, все схватит. И откат надо платить. Так, пока все загорают, я пойду попробую искупаться в море. Ну, тут надо еще, во-первых, далеко идти. Если бы сразу можно было зайти с разбега, точнее, забежать, я бы еще сделал это. А тут вот идешь. Смотрите, видите, там вон, женщины ходят далеко. А тут воды по колено. То, чтобы зайти, чтобы было, как не знаю, по шею, нужно очень далеко идти, я так понял. Не, все, я дошел, смотрите. Короче, вода очень холодная. Не буду купаться. В бассейнах такая прохладненько, но в бассейнах можно купаться. А в море вообще что-то жесть. Два креветки, бити, кукурузе. Ну а по поводу пляжа вы видели, какая жесть. Мы вышли, получается, вот на общий пляж, и там не протолкнуться ничего. Здесь как-то, видите, лежачки, и здесь только вот посетители этого отеля, вот. Коралла, а, кристалла. Я постоянно путаю, кристалл, коралл, вот он, кристалл. Так вот, поэтому пляж здесь очень такой классный, спокойный. Ну, единственное, орут в рупор, вот это вот, так, может вас раздражать, но орут в рупор везде. Так, мы возвращаемся к бассейну отеля Николаев. Очень много к нам подходят подписчиков из Беларуси. Очень много. Прям, вообще не знаю. Не, ну это приятно, правильно? Да, очень. Вот, Беларуси, огромный привет, спасибо, что смотрите. Вот, думаю, обязательно приедем. Поездим по разным городам. Помоем ножки после моря. Так. Все, идем купаться в наш прекрасный бассейн. Идем купаться. Но вода здесь очень теплая. По сравнению с морем, здесь вода просто офигенная. Просто офигеннейшая, опупеннейшая. Восхитительная, чудесная, прекрасная. Смотрите, в бассейне эти фонтанчики, по-моему, работают раз в час или раз в полчаса, по 15 минут они работают. То есть это не постоянно. Вот. Но в течение дня всегда, даже, по-моему, до ночи. О, все, у меня объектив в воде уже. Ну ладно, я уже его хоть не вытру никак. Потом есть джакузи и вот такой массажер для спины, смотрите. Сейчас бы я под него бы встал, но это все занято. Диана делает фоточки в Инстаграм. Подписывайтесь на Инстаграм Дианы. Ссылочка под видео. Где-то здесь выскочит.
Диана у нас, как всегда, молодец. Я тут с пацанами на отдых. Тебе тоже такую штуку надо. Тебе тоже надо такую штуку. Ну что, наше время пребывания в этом месте подходит к концу. Сейчас идем переодеваться, мыться и будем отсюда уезжать. Я не знаю, будет это в этом видео, либо в следующем. Мы еще планируем заехать. Здесь везде идет реклама. Устричная ферма. Вот. То есть там можно пойти на экскурсию, но на экскурсию мы не пойдем. А можно, там у них есть какой-то ресторан, какая-то кафешка, вот, можно там приехать и поесть устриц, какую-то уху они готовят. В общем, эта ферма находится в очень красивом месте. Мне больше интересно, как не сама ферма, а место, где она находится. Это красивое озеро, вот, и думаю, что мы туда поедем сейчас, вот, когда выселимся. Вот они, наш номер 105. Ну что, мы уже собираем вещи. Сейчас нам принесут номер кипяточка, сделаем кофеек и будем уезжать. Даша смотрит мультик и грызет расческу. Вкусная расческа? Так, мы уже собрались. Я раздвинул кровати, потому что я их сдвигал. Ну что, ты готова к новым путешествиям? Да. Да. Вот. Ну, на самом деле, я не знаю, как кажется видео, у нас все тут происходит медленно, мы никуда не спешим, все очень-то комфортно, вот, никакой спешки у нас нету, поэтому я даже не знаю, где мы будем сегодня ночевать, мы еще не бронировали жилье, это так у нас спонтанно происходит все. Сейчас последняя проверка, проверяю своим зорким глазом, ничего ли мы тут не забыли, не потеряли, я это делаю всегда, я очень часто нахожу какие-то вещи. Так, вроде ничего не оставили. Так, баночку выбрасываем. Ой, блин, мимо. Вот, все, ничего не забыли, все отлично. Уходим. Даша играется нашими браслетиками от отеля. Вот сейчас попробуй забери. А ну. Она даст тете. Тетя Даша, сама? Да. Давай, пойдем. Все, Даша отдала тете браслетики. Ну, коротко, место понравилось, правильно? Что отель этот... Кристалл, что Николаев, я считаю, место классное. Вот. И с ценами нам реально повезло, потому что сейчас начинаются выходные, и цены здесь резко взлетели на букинге. Здесь мы, и получается... Мест просто нет. Ну да, мест нету. Ну как бы цены-то стабильные держатся, там можете на сайте заходить, но просто их нет. Поэтому нам повезло, что мы вот самые такие экономные номера здесь взяли. Завелась. Значит, все хорошо. Ну что, друзья, покидаем это чудесное место. На этой прекрасной ноте наше коротенькое видео заканчивается, как мы провели последний день в Коблево. Давай пожелаем всем счастья, здоровья, да? Всего самого хорошего, чтобы все у всех было хорошо. Обязательно путешествуйте. С вами был Алексей Крылов, жена Алексея Крылова, дочь Алексея Крылова. Самое главное, путешествуйте, не сидите дома. И обязательно путешествуйте лучше, чем мы. Да. Пока.